Всем привет, мы продолжаем играть в ТЛД. Все-таки сейчас мы с вами попытаемся таки выполнить задание, доехать до лагеря Дуланского, разведать там все и вернуться. Вествольд у нас под осадой находится, я бы с удовольствием помог бы, но... Класс. Держава руну развалила. Класс, просто вот, шикарно. Вот ты какая прелесть, и еще куча народу. А они еще и за мной погнались. Ты молодцы какие. Что вы хотели сделать? Напасть на меня вовсьмером? Все плохо, ребята. У нас все плохо. И плохо в основном потому, что... Вот, вот сейчас вот увидите почему. Восемь, 37, 112, 84. Давайте, 37 на 37, это прикольно, прикольно, прикольно. Чё встали, блин, проехать не даете? Дайте мне проехать, я поеду убивать людей. А, да, там ж нет людей. Это изенгардские ребята. Главное нам будет сейчас после вот этой драки свалить от дуланцев. Дуланские подъезжают, и их там тоже около 200. Сами понимаете, мы не выживем с таким количеством противников, поэтому... Да твою мать, чего ты не в ту сторону поехал? Что вы все-таки неудобно и дико. А еще ты мою коняшку ударил, поэтому я тебя сейчас пропишу в спину. Да вот ставь ты этого волка, он бесполезен. Убей нормальных воинов, потом за волками будете бегать. Дебилы. Понабирают этих воинов по объявлению, блин. Теоден оглушен. Опять. Как меня бесит Теоден, которого оглушают каждых 30 минут. Во всех драках, где был Теоден, его оглушали. Дайте мне выехать отсюда. Так, все, вы меня задолбали. Берем меч, берем щит. Да ты задолбал. Я тебя сейчас укорочу. Кто? Где еще? Где? 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 Чего он кричал? Не убивай! Тварь! Он был мой. Ну, где еще? Понятно. Началось. Бегая по всему полю, лови волков. Да свали ты с моего пути, козлодои. Ненавижу вас, козлы. Все. Сбежал, сбежал. Как обычно, все посбегали. Нравятся мне эти люди. Чуть что, сразу сбегать. Это ж так почетно быть сбежавшим. Так, а теперь мы валим, 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 валим. Так,
Так, отряд. Оруженосцы. Всадники. Хорнбург. Едем в Хорнбург, ребята. Едем в Хорнбург и нам нужно закупиться. Нам нужно кое-что купить. Так. Посетить кузницу, конюшню, казармы. Давайте по казармам. Стадим этого. Этих наберем. И этих наберем. Готово. Кузница. Кузница, сдаем вот это вот все. Так, а, у них куча денег. Все нормально. Ну, не денег, а вы поняли. Очки снабжения у них прям куча его валяется. 32, 10, 33, 8, у меня 35, 15. Не, нафиг надо. Так, теперь вопрос, сколько у нас? А у нас все плохо, потому что у нас что? Правильно. Ну, Вестфольд у нас больше не под осадой. Это хорошо. Давайте подумаем, куда нам дальше пилить. Надо бы сдать задание еще. Так, минуту. Так. У меня по этому все. Тут у нас все. Давайте выше их подымем. Нет, немножко ниже все-таки. Это уже перебор. Вестфольд. Опять? Да он задолбал уже терпеть поражение в битвах. Хотя в казармы зачем? У меня уже полностью набрано все. Кузница. Ну тут все 38-29. На один. Разница на самом деле несущественна. Сопротивление 12, а у меня сопротивление 4. Вот то, что мы возьмем. Так, хорошо, сохранимся и поедем сейчас искать. Нет, не сейчас. Сейчас мы поедем и отдохнем. Потому что у нас очень много побитых, нам нужно немного отдохнуть. Так. Вот, все. Мы поотдыхали. Теперь по поводу задания. Нам нужно его сдать. А сдать нам задание нужно кому? Кенбергу, он, надеюсь, сидит в Эдорасе. Потому что если нет, будет плохо. Нам придется его... Да, он тут. Такой бесполезный персонаж сидит в здании, когда... Куча народу требуется помощь и все такое, он просто сидит тут. Так и должно быть. Так, вы получили 5 очков ранга и 1 очко влияния. Класс. Очко влияния особенно звучит классно. Так. Хорошо, с этим мы справились. Давайте думать, что будем делать дальше. Просто отлавливать какие-то.
О, вот тут кто-то с войском сидит, давайте у него возьмем задание. Все-таки это Рохан. Одного из вражеских полководцев. Не слабая такая фигня на самом деле, потому что полководцев их, конечно, много, но сначала попробую его поймать, с учетом того, что бегают они с кучей своих. Вот если бы я взял до того, как мы тут драку устраивали за Вестфоль, то сейчас бы голландские налетчики. Давайте подеремся с ними. Пленных не брать. Я не собирался, честно говоря. Хотя нет, стойте, 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 стойте. Пускай они к нам бегут. Что мы самые лысые тут. Где они там? Что-то я их не вижу. А, вон они. Вон, вон, вон. Едут, едут, едут. На. Ай, хорошо. Хорошо. Один уже есть дохлый. Осталось 32. Ай, дурацкое дерево. Я ж тебя объехал. И на камнях растут деревья, как говорится. Да свали ты от меня. Дайте мне слезть. На, поцелуй мой меч. Он классный. Он мне нравится. А, это мой. Я немножко увлекся, чуть своего не убил. Где там еще? А, вон, 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 вон. Вижу, 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 вижу. Ну? Ну ладно, тут все. А там что? И тут все. Везде все? Да, все. Добивайте уже тех, кто убежал, и все, пойдем отсюда. Как я классно выгляжу в этих доспехах. Зеленый человечек, бегаю по полю, блин. Круги наматываю. Все. Добили последнего. Ну, пятерых я потерял. Трое у нас раненых. О-о-о-о-о-о. Всех 12 можно перевести всадников. Так, наверное, и сделаем с вами. 12 всадников, потом опытный всадник появится. Еще 4 оруженосца и отборный всадник. Еще один. Ура. Все. Класс. Так. Куда нам дальше? Шляться с вами. Так, 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 так. Нам с вами, нам с вами, нам с вами нужно что-то делать. Или мы не сможем захватить. Где он опять терпит поражение? Где он шляется, этот король Теоден? Славный воин битвы. Я не знаю, где он это вот отгребает постоянно. Давайте подождем, подумаем, куда нам лучше. Так, хорошо. Давайте с вами отправляться.
Так, блин, нам Гондор терпит поражение в битве. Ну, они задолбали уже. Так, тут у нас разведчики какие-то. Давайте их немножко побьем. И свалим по-быстрому, потому что я там сзади видел... Не сзади, а впереди видел. Ребятки бегают, которые нам не по зубам, потому что слишком много их там по количеству. Турук Мактол тебе в братья. Дайте его ударить. А, ладно, нормально. С нашей стороны потерь нет. Я бы вот этих бы убил, честно говоря, но... Или вот этих вот. Но они все вместе бегают, мне не получится влезть, так сказать. Хорошо, давайте сделаем немножко по-другому. У меня там всадники появились. Так, хорошо. Мне бы выманить вот это вот D73. Там хоть какие-то перспективы открываются. Но нет. Вряд ли получится. Давайте к восточному Эмнету. Он хоть не под осадой у нас. Будет вообще не весело, если он под осадой. Так, ладно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. И куда нам шляться с вами? И куда нам шляться с вами? Короче, затопчем ребят и уйдем себе спокойно. Будем искать, наверное, большую битву, где мы сможем хоть кого-то избить. Лучше всего присоединиться к какой-то битве с нашими, где будут наши воины. Да твою бабушку. Бабулю орка. Вот, достал. Ты меня по ноге ударил. Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет? Правильно, ничего, тебя убьют. Я не успею даже развернуться толком к тебе. Ой, я, похоже, лошадку убил. Так, все, мне надоело. Где еще? Все в атаку. Быстро, быстро. Разбили их к чертовой бабушке. Ой, я лошадку ударил. Так, твою мать. Какие вы неудобные, маленькие. Головы маленькие. Кто вас таких создал? Не могли сделать голову побольше. Спасибо. Ого! Ничего себе, инструменты. Не часто такое увидишь. Еще и еда есть, пшеница. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Хотя да, это ж все-таки эти ребятки. Скажите, как их зовут, и я скажу вам, кто они. Которые фуражиры. Так. Так, хорошо.
Нет, плохо, плохо, плохо. Нет, нет, нет. Мы их просто не догоним, этих всех. Давайте-ка мы в Вестфольд скатаемся и сдадим все к чертовой бабушке. Да вы задолбали, придется, наверное, в сторону Гондора поехать, потому что там что-то вообще все плохо. Кого-то убивают. О, там 81 какой-то бегает. А ну-ка, давайте сделаем, знаете что? Правильно. Зайдем в казармы. И в казармах мы возьмем еще добровольцев. Двух оруженосцев. Давайте этого возьмем. Так. Кузницу. 2000. 2000 не так уж и много, честно говоря. Ну ладно. Хоть что-то. Да, да ладно, платить сколько есть. Мок семипалый. Волчий всадник 6. Снага Изенгарда 4. Много, ребята. Я не уверен, что мы сможем его побить. Это даже... А, он еще и не один едет, извините меня. Изгород более не под осадой. Тут все плохо, потому что они, ну, очень много их. Так, давайте сделаем по-другому. Мы поедем с вами к Гондору. Но это будет уже в следующей серии. Сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Орк с нога Изенгарда, орк Изенгарда, много роханских, мне жалко их. Давайте еще тут немножко повоюем, добудем. Да будем прекращать это на сегодня. Я бы мог напасть на Мога Семипалова того же, допустим, но зараза. Проблема в том, что у него войско может и небольшое, но оно хорошее, у него не слабо прокачанное такое. Так, ладно, черт с ним, с этим животным. А, ну да, они же будут теперь бегать за ним долго и нудно. На. Ай, твою мать, все, слазь. Слазь, ты меня задолбал. Иди сюда. Я тебя познакомлю со своим... Да вы издеваетесь! Главное, все бегают куда-то непонятно куда. Да дайте ж отойти. Как вы задолбали. Я замахнуться не могу. Что за маразм? Я что, двоих одним ударом ударил? Прикольно. Прикольно. А, вон еще.
Фу ты, я думал, он на волка сел. Думаю, ничего себе, парень захотел повоевать. Так, а где еще? Все? Ну ладно. Убить вы эту собаку. Что вы за... Понабирает, блин, по объявлению воинов. Вот. Почему сразу нельзя было так сделать? Что вам мешало? Нифига. Дайте мне убить собаку. Убить собаку. Пока не убьем собаку, никто не отсюда не выйдет. На, наконец-то. Все. О, еще 15. Прикольно, прикольно. А где они были? А, это с ногами. Понятно. Тут, я так понял, воевать-то особо не с кем. Сейчас быстро разберут и не заметят. Ну да, я что говорил. Быстро разобрали, даже не заметили. Вот. Вот то, что я хотел забрать. Это эти ребята. Ну ладно. Все, больше мне не лезет. Больше мне не лезет. И давайте сохраняться. Так. Теперь по чуть-чуть. Оружейник. Давайте копейщиков наделаем сейчас. Тот. Всадник. Готово. И поехали дальше. Так, плюс меня усилить. Мне требуется ловкость. Наконец-то верховая езда 4. Готово. И поехали к Иствольду. Возьмем себе лошадку, если там есть. И на этом на сегодня закончим. А то я уже попрощался, закончить видео не закончил. О, всаднички. Не? Не. У нас тут кто-то бегает, типа наших каких-то. Боевой конь, боевой конь. А, они все одинаковые. Ладно. Давайте сделаем вот так. Хорошо. Это мы поднимем сюда. И боевой конь 42, 36, 34. Они, в принципе, у всех такой. Давайте-ка. Вот так. Прекрасно. 31, да? Так, так, так. Плюс 40. Чё, вот это вот сдадим, потому что мне оно не особо нужно. Такое количество. И я теперь на боевой лошадке сохранюсь. И мы на этом на сегодня заканчиваем, потому что это уже перебор. Так, видео достаточно длинное получилось. Я этого не хотел, в принципе.
Поэтому давайте на этом закончим. Хотя вот еще этих убьем и закончим. Так, надо заканчивать, потому что действительно я уже что-то с ума сходить начинаю с этим видео. Так уже затянул его. Дольше некуда. Так, где еще? Так, я не вижу. А, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, застрельщик Рохана. Кто у нас там есть? Оружей? Оруженосца давайте, наверное, спустим немножко и возьмем себе пару опытных застрельщиков. Так, давайте застрельщиков заберем двоих. Застрельщик еще один. Гондорский стражник, но он нам не особо нужен. 41. Кто у нас там готов к повышению? Отборный копейщик готов. Давайте на этом заканчивать на сегодня. Сохранимся. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Пока.